Сила материнской любви. Кто ее измерит? И вообще, можно ли это сделать? Есть такая поговорка. Мать носит дитя 9 месяцев под сердцем и всю жизнь в сердце. Без бескорыстной материнской любви не было бы человеческих отношений. Не было бы нашей жизни. И нам очень хочется, чтобы ваши сердца никогда не знали горя. Будьте всегда здоровыми. Пожалуйста. Потому что следующая номинация – «Мама-врач». А премию вручает академик Российской академии имени Циолковского, действительно член 2 международных академий наук, генерал-лейтенант медицинской президентской службы, президент компании «Виватон» Александр Михайлович Савелов-Дерябин. Победитель номинации, генеральный директор медицинского центра «Элита», кандидат медицинских наук, член общества эстетической медицины, член французского общества «Анти-Эйдж», меценат России, мама 2 красавиц-дочек, Раиса Борисовна Дарсикова. Разрешите поздравить организаторов столь прекрасного мероприятия. И, конечно, в силу того, что моя профессиональная деятельность связана с красотой, хочу пожелать всем мамам, бабушкам красоты и здоровья, так как это единственные ценности, не проходящие и делающие нас счастливыми. Также от «Элита Клиник» хочу поздравить президента фонда Марину, тоже в качестве президента. Спасибо. Да, я хочу вам поздравить вас также и пожелать того, чтобы не только вы, тем более вы доктор, чтобы вся ваша семья и все ваши близкие, родные, они всегда были здоровы. Если будут они здоровые, то они будут хорошо учиться, они будут хорошо работать и будут делать хорошие детали, не будут падать самолеты с неба, не будут поезда сходить с рельсов. И я знаю, что все равно это дело время придет. И такие, как вы, они делают этот мир лучше. И я знаю, что сейчас уже много происходит. Вот. И все сегодня говорят, что плохое время. Я уверен, что время самое лучшее сегодня. И только завистники, они как бы, и бездельники, они как бы ничего не имеют. А если человек созидательный, он всегда обязательно найдет себе место, время и всегда будет жить счастливым. Поэтому всем мамам, вот я того же желаю, чтобы все были здоровые, счастливые, радостные, молодые, красивые. Вот, и так как вы, и я тоже и вас приглашаю, чтобы вы тоже проведали наше дело. Да. Подменялись контактами. И у нас, я думаю, что самое лучшее тоже оборудование медицинское. ВКонтакте, и что-то сделаем великое совместно, чтобы наш народ стал чище, здоровее, красивее, умнее. И главное, чтобы он стал созидателем, а не разрушителем. Спасибо. Друзья, ваши аплодисменты!